Приветствую, друзья! На связи снова Рашид Гарифуллин. Мне достаточно много приходит обратной связи от ребят, учеников, да, но не всегда доходят руки, чтобы их выложить. Вот и сейчас я вот в загрузках у себя смотрю. О, обратная связь от Дениса. Думаю, точно на YouTube он не выкладывал. Дай-ка выложу, и давайте вместе посмотрим. Рашид, приветствую. Приветствую всех коллег. Хочу оставить видеоотзыв по мастер-классам по Китаю. На сегодняшний день прошел ровно год с того момента, как я купил самый-самый первый курс у Рашида. Тогда еще не было ни мастер-классов по Китаю, ни всяких вкусностей, тонкостей там, и так далее. Было только продвижение и обучающий курс. Так вот, после этого обучающего курса я лично просил Рашида скинуть мне телефон посредника в Китае. Еще до мастер-классов, повторюсь. На что он мне дал добро, как бы скинул номер, мы с ним связались. Все, ВКонтакте. Я, можно сказать, без всякого, ну, примерно там анализ был такой небольшой. Заказал товар, первую партию. Все пришло, все отлично. Но что хочу сказать. Далее появился мастер-класс по Китаю, по-моему, самый первый, 28 декабря вроде бы. Вот, я долго думал, брать, не брать его, вроде как я уже делаю поставки, одну, вторую, третью, вроде все знаю там, но нет. Созвонился опять с Рашидом, списались мы, вернее, купил курс и столько всего там почерпнул для себя. Одни таблицы только чего стоят, это просто такая красота, у меня нет слов. Сразу видно, во-первых, сразу видно, стоит ли этот покупать товар или не стоит, по марже я имею в виду. Получится с него заработать или не получится. То есть в таблицу забиваешь товар в юанях, на итоге у тебя в конечном столбце получается сумма, стоимость в рублях этого товара. В другую табличку переходишь, уже накидываешь свои проценты, соответственно сравниваешь с конкурентами на площадке на Wildberries и понимаешь, что у тебя там получается. В общем, за это вообще отдельная благодарность, прям вот низкий поклон. Что дальше еще хотел сказать? На протяжении этого всего года были и, так скажу, и неправильные были выбраны позиции, которые подзависли, и хорошие позиции, которые прям сами цеплялись и продаются. В общем, и руки опускались, и поднимались, и всякое-всякое было со мной, но продолжаем работать. Продолжаем учиться, развиваться. Благодаря Рашиду, благодаря его труду, мы все развиваемся в любом случае. Потому что знания и опыт накопленный, нигде его не купишь. Его только, я имею в виду опыт, он только нарабатывается. Знания, конечно, нам дает Рашид. Дает очень обалденный толчок, который в дальнейшем нам помогает идти по правильному пути. Не наделать ошибок ненужных, не ввалить туда кучу денег и потом вот так за голову браться, думать, ай-яй-яй, что же делать, куда же я, и сливать его потом в минус этот товар и так далее. Вот, ниже прикреплю несколько фото полученного товара с Китая. К сожалению, не могу показать сейчас, потому что все отправлено на площадку, нету ни коробок, ничего. Хочу поблагодарить Рашида за все труды его и эта стоимость вообще копеечная, я имею в виду за мастер-классы, она оправдывает себя сразу миллион раз. Еще раз спасибо, и мы с вами, мы учимся, ждем всяких обновлений, фишечек, постоянно следим. С уважением, Денис. Рашид, самое главное не сказал по Китаю. Связь с посредниками держим постоянно. Отвечают на вопросы, помогают, чем могут. Постоянно на связи, в общем, все отлично. Товар идет от момента заказа до поступления прям сюда, на место мне. Ну, самое большее было 1,5 месяца. А так и 25 дней, и месяц там неделя, ну, в этих пределах. И хочу показать, как у меня выросли продажи после мастер-класса по Китаю сейчас. Последний месяц, допустим, продажи выросли на 159%, заказы выросли на 192%. Вот так вот. Так что еще раз благодарю тебя. Спасибо. Ребятам советую переходить на вебинары, прислушиваться, учиться и ничего не бояться. Вперед, вперед, вперед. Так что вот так вот.
Спасибо еще раз. Вот такие вот дела, друзья. Вот такая обратная связь от Дениса. И это лишь небольшая часть того, что он изучал по Китаю на наших мастер-классах. Потому что после этого много было еще дополнительных вебинаров и материалов. Вот. И это у нас все сконцентрировано на модуле 0, на подготовительном. В обучающей программе по запуску своего бизнеса на Wildberries 4-й поток. Набор на который состоится вот уже в ближайшие дни. И если вы тоже хотите получить самые лучшие условия, приходите на бесплатный закрытый вебинар по ссылке ниже в описании. Туда переходите, заполняете форму в этом телеграм-боте и встречаемся с вами уже 3 августа в 19:00 по Москве. Все, всем спасибо, всем пока!